Ни при чем. Австрийские архитекторы передумали принимать участие в застройке мыса Хрустальный. Об этом сообщает информационный портал «Форпост» со ссылкой на «Зальцбургские новости». Согласно заметке, реализацию австрийского проекта предложил Фонд «Национальное культурное наследие». Но поскольку Европа считает Крым аннексированным в 2014 году, такое развитие событий посчитали политически взрывоопасным. Сам архитектор Вольф Принкс отрицает какие-либо планы в Севастополе. Более того, изданию Депресса он сообщил, что вообще не понимает, как документация могла попасть в город. Впрочем, издание отмечает, что это отрицание кажется сомнительным. В интернете проекты циркулируют с логотипом архитектурной фирмы. Напомним, ранее севастопольцы неоднократно называли австрийский проект деконструктивизмом. А по мнению архитектора Георгия Григорьянца, заграничный вариант непропорционален, чужероден и агрессивен. Севастополец был финалистом конкурса проектов застройки парковой зоны. Но, по его словам, департамент вдруг все смял и решил, что нужно обратиться к австрийским архитекторам, которые теперь, судя по всему, все-таки не приложат руку к Севастополю.